Всем привет! По традиции путешествия выходного дня, сегодня мы отправимся совсем недалеко, в Владимирской области, в Вязниковский район, есть город Мустёра. Очень интересный городок, я там был несколько раз по работе. Сейчас хочу прокатиться в последние такие осенние теплые деньки и еще раз показать и доказать, что путешествие выходного дня – это очень интересное путешествие, к нему особо готовиться не нужно, потому что это совсем недалеко, но очень интересно. Мы даже себе, многие не подозреваем, что это происходит слишком близко. У нас есть возможность не ездить далеко, а получить все это совсем рядом, не выезжая даже из области, либо буквально 200-300 километров проехать. Итак, поехали. Это центр, здесь площадь, памятник Владимиру Ильичу Ленину, тут музей, лаковые миниатюры. Собственно, Мстёра и славится лаковой миниатюрой. Я в музей не пойду, потому что я там уже был, я вам просто покидаю кадрики, ну, можете сами еще погуглить. Такие домики, практически весь город состоит из таких домиков. Дороги не очень хорошие, очень много заплаток в самом городе, а путь до города вообще прекрасный, есть интересные повороты. Чуть больше 100 километров проехали, то есть и обратно около сотни, то есть по сути бак. Опять же мы укладываемся в один бак, это 500 рублей, я еще купил себе банан, водички попить. Ну то есть буквально 500-600 рублей мы можем устроить себе путешествие на целый день. Вот здесь можно пешком походить, погулять, очень маленькие классные домики. Много всего интересного, конечно, есть. Но самое интересное, это именно, не знаю, фабрика, завод, но именно мастера мастерской лаковой миниатюры. То есть там самое интересное. Не сидите дома, путешествуйте. Это не так дорого и не так сложно, как вам кажется. Нужно каждую возможность использовать для путешествий. Иначе все зря. Всем пока!